женщин с желанием. Это ты еще не видел, как мы в планке стоим. Пойдем, пойдем вместе делать, пойдем. Иди, помогай папе. Ему нужна моральная поддержка. Плавка, это вам не просто так. Как тебе там, нормально? Поддерживает? На, покраняет, как все нормально. Ты сколько в планке простоишь без перерыва? Ай! Я, кстати, не знаю, я ни разу не пробовала. Ну так, чтобы комфортно было. Кулатик. Сил-то налезь. Вау! Ты! Летчик на летчик. Помогай, помогай, папе сказали истязать себя планками. Без твоей... Я не уверен, что врач имел в виду именно вот так истязать. Без твоей моральной поддержки это сложно, Насюш. Жопа пушистая. Тихо, 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 тихо. Тише, 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 друг. Да сколько можно-то? Ты все упражнение, упражнение. А кушать когда? Оу! Здорово! Помогай-то! Иди целуйся! Кот сломался. Понятно. У Маськи такие мышцы на спине, такие плечи. Ладно, ладно, говорю. Пойдем. Питаться пойдем. На сегодня хватит. Угу. Как зарядку закончили, так и он успокоился. Ну что ж тут. Не ходите, как хотите. Ладно, лежи. Угу. Я пошел, ты лежи. Ухожу, да. Он такой, ну иди, ладно. Посмотрим сейчас на твое терпение. Ух, он такой ведет. Маша, Маша. Я и даже вот так вот. Все, ушел. Папа, кушать вниз пошел. Мысь. Ты слышишь? Малыш. Да, пойдем. Долго ты собирался. А он взял дверь, закрыл. Да? Открывай, пойдем. Пойдем. Открывай, пойдем.
Пойдем, пойдем. Вот ты мой красавчик. Все, пойдем скорее вниз. Пойдем кушать. Пойдем. Сегодня вторник, кушать хочется очень. Приятного аппетита, кот.